Добрый день, дорогие друзья! Рад видеть вас сегодня. Я снова на Херсонесе. У меня сегодня для вас тоже есть очень хорошая, полезная вещь, которую я хочу сегодня тоже вам ее подарить. И я хотел сегодня вам рассказать о двух волшебных словах, которые могут изменить жизнь многих людей. Точно так же эти два слова изменили мою жизнь когда-то. И я счастлив и доволен тем, что когда-то мне это рассказали, и я это стал применять. Итак, я хочу поговорить о двух волшебных словах. Если вы подумали, что это «спасибо» и «пожалуйста», то это не те слова, которые меняют нашу жизнь. Они тоже помогают нам в жизни жить успешно и счастливо, но это два слова, которые называются «достаточно» и «я достоин». В первую очередь, я достоин чего? Я достоин любви, я достоин счастья, я достоин всего-всего, чего я только пожелаю. И у меня всегда достаточно любви, у меня всегда достаточно денег, у меня достаточно радости и всего, чего я только хочу. Поэтому в каждое утро, просыпаясь утром, вы должны записать на листочке: «Я достоин любви, я достоин радости, у меня достаточно любви, у меня достаточно радости». Если хотите, пропишите: «У меня достаточно денег, у меня достаточно профессиональных и хороших коллег и всего-всего только, чего вы пожелаете». В течение 30 дней вы эти слова проговариваете в каждое утро, и вы увидите, как за эти 30 дней изменится ваша жизнь к лучшему. Ну, на этом все, дорогие друзья. Всего доброго. С вами был Игорь Парутенко. Всем пока-пока.